Завтра будзе азначацца міжнародны дзень мытніка. А напярэдадні ў гомельскай мытні падвялі вынікі дзейнасці за 2018 год і ўзнагародзілі лепшых супрацоўнікаў. Адна з галоўных задач, што былі пастаўлены перад службай, удасканальванне тэхналогій здзяйснення мытных аперацый. Зараз чвэрць экспартных тавараў афармляецца ў аўтаматычным рэжыме. 74% прадукцыі, што накіроўваюцца за мяжу, афармляецца за 5 хвілін. Што да імпарту, то на оформление каля 85% товару потребуется не больше 2 годины. Значное достижение и у правоохранной складающей деятельности мытников. За 2018 год выявлено 3000 административных правопорушений. Узбуджены 52 криминальные справы. Большая частка связана с оборотом наркотичных речевов. По традиции супрацовников, которые достигнули наибольш значных працовных поспехов, узнагородили грамотами Державного мытного комитета Беларуси и Гомель. Безусловно, работа в таможенных органах является очень важной, ответственной, поэтому мы стараемся быть очень внимательными, щепетильными и четко выполнять свои должностные обязанности. Поэтому поощрение со стороны руководства, его внимание к нам является очень важным для того, чтобы ты чувствовал себя более комфортно и выполнял свои обязанности еще лучше.